сети магазинов «Хозяин», «Ярославские краски» от 89 рублей. Активная жестикуляция руками – явный признак сильных эмоций, но на 25-м округе они только положительные. Люди говорят, работой нынешнего депутата довольны. Одна из глобальных проблем жителей этого микрорайона уже решила. Здесь удалось провести водовод. Благодаря усилиям местного депутата это удалось сделать в кратчайшие сроки. Местным жителям не пришлось вкладывать ни копейки своих денег. Но сейчас стал другой вопрос. Нужно заасфальтировать дорогу, ведь дождливое время именно здесь скапливается вода. Лужи у нас есть вот с этой стороны и с этой стороны лужи. Такие выемки большие и лужи прямо ужасные, что вот так вот, вот на машине подъехать, это как бы порой бывает застреваешь и приходится выходить с машины и толкать. По программе развития инфраструктуры на работу здесь выделяли 650 тысяч. Часть денег потратили на водовод. Асфальтировать дорогу будут на оставшиеся. Как сделать лучше и удобнее? Расставить приоритеты депутату помогают жители. Будет делаться дорога полной ширины, только частично будет устанавливаться ограждение от того, чтобы с улицы Жердева основной поток воды не заливался по улице Рижской на Братскую. Так что думаю, что это будет решение вопроса. Достаточно комфортная. Ну, пойдут дожди, пойдут осадки. Приедем, посмотрим, насколько это действительно решение правильное было, и чтобы вода здесь не скапливалась. Будет скапливаться, будем решать вопрос дальше. Грейдирование и отсыпка щебнем – то, что также стоит в ближайших планах. Работы проведут на улицах Ялтинская и Тобольская. Оксана Тантоева, Бато Гармын, новости дня.